точными движениями пластиковая нить превращается в держатель для масок. На 7 таких заколок 3D-принтеру нужно около часа. Материал очень подходит для медицины. Пластик 5G прочен, а еще легко обеззараживается. Таких держателей хватит надолго. Единственное, затрат – это по времени. А по деньгам там сущие копейки. Допустим, произвести 7 держателей для масок – это примерно, ну, рублей, может, 10, может, 15, не больше. Ну, то есть деньги не очень большие, а помощь оказывают великую. Идею подглядели в интернете. Решили, что такие держатели облегчат работу медикам. Использовать приспособление просто. Пластиковую полоску помещают на затылок. Резинки маски цепляют за выступы. И никакого дискомфорта. Изделие уже получила Ивано-Матрёнинская больница. Там говорят, в конце смены маски очень мешают. Особенно тем, кто работает в красной зоне. Пользу держателей оценили все. Мы их опробировали, нам они подошли, очень удобны в работе, не мешают ни прическам и, самое главное, не давят на ушные раковины, что происходит во время длительного ношения средств индивидуальной защиты. Спасибо большое. Новые держатели передадут департаменту здравоохранения. В планах напечатать несколько сотен изделий, чтобы все врачи обслуживали пациентов без неудобств. Захар Семенов, Александр Волков, АИС ТВ.